Но думаю, это будет все довольно-таки. О, давайте больше света нам сделаем. Вроде он нас пока не сильно отвлекает. Так, ну сейчас давайте побродим, посмотрим. Ящерка. Ящерка не уничтожается, обидно. Дайте мне, пожалуйста, то, что я хочу. О. Ну, хотя бы за одну спасибо. Ага. Понятно. Выше мы пока не заберемся. Силушек у нас не хватит. Ну и на том спасибо, что хоть нашли. Же мне только способность махать своим топором до бесконечности, это будет просто тема, и мы сможем тогда таким макаром туда наверх забраться и посмотреть, что же там. Сейчас, к сожалению, нам эта функция недоступна, что обидно, но в целом логично. Мы еще не сильно себя вкачали для этого дела. Куда? Куда прешь? Куда прешь, я сказал. Ну чё, не такой уж крутой. Don't underestimate me. А, круто. Оп. Хорошо. Получай, милый. Окей. Интересный бой у нас получился. Окей. В смысле? Давай, в миске вверх. Отлично. Вниз и вверх. Commence attack. Ascending the ranks. О, жесть, ёлы-палы. Так, я думаю, вниз падать теперь явно не стоит. Это крайне плохая идея. Слышите, ребята? Я, конечно, все понимаю, но до свидания.
Спасибо. О, ты еще и на время, но это было очевидно. Сейв, благодарочка. Так, иди сюда. Неплохо так вкачимся. Не работает пока. Так. Фу. We really shouldn't be doing this. It feels wrong to be here. Zebe, didn't your people tell stories about this place? They did. The elders say that something truly evil is sealed in this mountain. Most legends about ancient evils are overblown anyway. Half the legends where I'm from are just about me and Bomb. As long as we're careful and stick together, we'll be all right. Won't we? I know you're all worried, but I have to do this so my father can pass safely into the next life. You don't have to come with me, but I'm going on. I'm gonna chop his head off. You've settled on chopping, eh? I have. I will follow you to repay my debt for your earlier kindness. I'm honor-bound to do it. But I cannot say I approve of this course. Yes, we must be mindful. Ravanavar's remaining forces seem to be more concentrated here as well. Так, ну что ж. Кстати, мы давно не делали интересную вещь. Этим двоим мне сейчас смысла эти нет. Они мне ничего интересного не скажут. Ну в смысле? Так, ну там у нас наш ботаник. Так. О, здравствуйте.
Здравствуйте. Так, это все? Пока ничего интересного. Так, ну давайте-ка теперь сходим. Ну. Это что, тонкий намек на то, что я даже в свой мозг попасть не могу туда, куда хочу. Ладно, допустим. Вот и поговорили. Фу. Ты что еще за существо, твою налево? Сгинь, сгинь, сгинь. Bury you. It's over. Combine. I'll return the favor. Yeah, we did it. Допустим. Фух. Так, посмотрим. Ну, в принципе, справляемся мы неплохо. Набрали команду из более-менее стойких ребят. Потому что у всех вот этих здоровья мало, и тратится оно у них довольно-таки быстро. Разми, конечно, хороша своим огнем. Огонь у нее хороший, мощный, добротный. Но она слабенькая. И это заметно, что ее в первую очередь выносят. Я вижу этот кристаллик, я хочу его взять. Я только сейчас заметил этот кристаллик. Ну и взять его мы просто обязаны. Если, конечно, сможем. Хотя тут ничего сложного. Вроде бы как. Ей. Так, сюда мы пока не попадаем. Хотя, конечно, хотелось бы. Over.
Допустим. Не, ну наверх-то забраться можно. Эй! Только нужно правильный момент словить. И я его почему-то не ловлю. Это почему я это делаю вот так вот, а не так как надо? О, фу, блин, не так уж и сложно это было. Слово абсолютно. Простая боевая система, но слишком жесткая механика, что нужно вовремя ловить правильные тайминги. Но после того, как я прошел великолепнейший The Search 2, как вы все прекрасно знаете, эти великолепнейшие 33 серии, плюс для себя Код Вейн, и сразу же после этих двух игр занялся этой. Так что я уже на пределе своих возможностей. Ни минуты отдыха, как говорится. От работы к работе. Во все тяжкие, с крайности в крайность. Не, вы не подумайте, я не жалуюсь. Наверное. Ба, я долетел. Я реально долетел. Кстати, по поводу сохранения. Уровень 9, 3 часа мы уже с вами тут долбимся. Но в целом неплохо. Слышь? Как ты понял? One step closer. Вроде бы все правильно делал, хотя может переусердствовал чуть-чуть. Так, ну я думаю, вниз сейчас мне не особо надо. Если я это сделаю, то обратно подниматься это будет крайне жестко.
Ну, а вдруг внизу что-то интересное? Ох, вот так и живем. Хочется узнать. Ну, опустись вниз, камера, чтобы я узнал, что там. Pathetic. Сюда мы уже никак. Обидно, конечно. Ну в смысле? Давай. А почему ж так не прёт-то? С разгона. Аллилуйя. Это, к сожалению, не ломается. Так, подождем, а то сейчас опять. Ага. Жестко, конечно, мы наверх поднимаемся. Даже Кратосу на Олимп забраться было легче, чем заняться вот этим. Это было очевидно, что они сейчас будут ломаться. Прям уж серьезно очевидно. И также обидно. Ага. Допустим. Так, туда наверх мы никак сейчас не попадаем. Наверное, мы сейчас вот так вот наверх туда вот заберемся. И вот там потом сохранимся. Потому что сейчас отсюда наверх никак не попасть. А, ну разве что так. Так, к сожалению, вот тут нам наш прикольчик не проделать. Ну ладно. Всегда успеем. Oh.
Ну что ж, у нас 4 осколка есть, давайте еще 5 найдем и наконец вкачаем нашим героям защиту. Я думаю, это лишним не будет. Ну а пока перервемся на небольшое био АФК, ну а потом продолжим.